Шеф-повар Максим Григорьев. Каша гречневая в термосе. Жили-были дед да баба, сказочка такая есть, ели кашу с молоком. И я думаю, что ели-то они кашу с молоком гречневую. Ох, и вкусно им было, так как варили и томили они ее в печи русской, в горшке глиняном. Время приготовления – 40 минут. Ингредиенты. Вода кипяченая 300 мл. Крупа гречневая 180 грамм. Соль морская 0,5 чайных ложек. Шаг 1. Приготовили гречку, воду кипяченую горячую, соль и термос. Шаг 2. Гречку перебрали от явных примесей, остальное промоется под проточной фильтрованной водой. Я промываю через сито. Шаг 3. Термос у меня с широким горлышком, очень удобно таким пользоваться для вторых блюд, особенно когда выезжаешь на пикник. Ставим в термос сверху воронку и высыпаем промытую гречку. Шаг 4. В кипятке растворяем соль и выливаем подсоленную воду в термос. Шаг 5. Закрываем термос крышкой и оставляем в покое на 40-45 минут. Гречка будет готовиться в тишине и уюте. Вода не бурлит, как при варке в обычной кастрюле. Чем не горшок в печи? Можно гречку залить вечером и оставить ее в термосе на ночь. Будет каша к завтраку. Шаг 6. Через 40-45 минут открываем крышку термоса и выкладываем кашу в чашу. Каша получилась мягкой рассыпчатой. Если хотите, чтобы крупинки раскрылись полнее, добавьте чуть больше воды и подержите в термосе подольше. Шаг 7. Основа каши готова, а теперь прислушиваемся к себе, с чем бы нам хотелось ее поесть. Тут вариантов много, используйте, какой вам больше нравится. Мы любим просто с молоком. Если гречка на гарнир, то это уже совсем другая история. А у нас вот такая сказка получилась про кашу, или про деда с бабкой. Кушайте на здоровье и приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.